посмотрим по-быстрому несколько живых обоев на Android устройство. Первое — Galaxy 3D Live. Нажимаем, активируем. У нас высвечивается, устанавливаем обои. Ну, вот такой рисунок, такая картинка появляется. Что-то синее, где-то в центре что-то темное. Падают то ли дождь, то ли какие-то иголки сверху. Ну, сами видите, все красиво, все превосходно. Смотрим другие. Называется Battlefield Cry Light. Видимо, легкий вариант. Смотрим, что нам дает. Сразу только буду показывать вам те установки, которые идут по умолчанию. Подождать просит. Устанавливаем обои. Вот что выходит. Смотрите. Человек ходит. Как правило, по умолчанию, я считаю, устанавливают наиболее и предлагают разработчики приложений оптимальный вариант. Самый такой выигрышный. Мне так кажется. Ну вот смотрите, человек идет. Я бы не сказал, что в чем-то есть гениальность. Какой-то солдат служивый с тактическим фонариком, нацепленным на ствол. И вот он на одном месте топчется. Потому что под ним, я так вижу, поверхность не двигается. Смотрим еще одни обои. Что нам предлагает? Hot Air Balloon, воздушный шар. Кстати, вот этот воздушный шар и Battlefield Crylight, и нижний потом Native American 3D Free, это обои одного разработчика. Посмотрим. Hot Air Balloon. Устанавливаем обои. Сейчас немножко подождем, когда они загрузятся. Вот что мы видим. Устанавливаем обои. Но я здесь включил уже дождь. Видите, здесь такие капли. Ну, вам не видно полоски, но дождь не совсем реалистичный. Ну, симпатично, я считаю. Грозовые облака. Кто-то на воздушном шаре. Тут птицы летают под воздушным шаром. Видно огонь, гондолу. Можно поиграть настройками. Но поменяется где-то фон, задник, дождь перестанет идти, дневное время. Ну, в принципе, задумка, мне кажется, понятна. Достаточно симпатичные обои. Посмотрим следующий вариант. Так называемый Native American 3D. Смотрим. Идет загрузка. Немножко подождем. Пожалуйста, подождите, загрузка происходит. Орел, индеец, дерево, скалы. Видимо, что-то на тему индейцев. Установили обои. Нет, не на ту кнопку нажал. А может, дважды нажал. Что происходит? Ждем. А вот что у нас происходит. Птица летает. То ли собака, то ли какой-то зверь стоит внизу. И вот там сидит, загороженный моими иконками, индеец и смотрит. Медитирует, наверное. Раз, два. Нет. Это в другом приложении. Два раза щелкнешь. А нет, в этом. И сразу, видите, двойной щелчок, double tap. И сразу вы уходите в меню этого приложения. Давайте активируем вот эту кнопочку. Посмотрим, что-нибудь изменится. Наверное, что-то изменилось. Вроде лучи солнца появились какие-то, я вижу. Мне так кажется. Ну вот, в общем, такие приложения. Всем удачи!